Для получения загранпаспорта трудовая книжка больше не понадобится. В России вступили в силу новые правила выдачи загранпаспортов. В Федеральной миграционной службе больше не потребуют ни копию, ни оригинал трудовой. Анкету по месту работы заверять теперь не нужно, да и форма ее тоже изменится. В пресс-службе ФМС России поясняют, бланк новой анкеты в ближайшее время разошлют по всем регионам страны. На рассылку потребуется порядка 2 недель. До этого можно подавать документы, используя старую форму.